Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем экспериментировать. Экспериментировать мы будем с перекисью водорода и лимонной кислотой. Эксперимент наш будет заключаться в удалении ржавчины с труднодоступных мест. Бывает такая ситуация, когда есть запчасть, и тебе нужно щадяще снять с нее ржавчину, и вообще полностью очистить. И в этот раз мы будем использовать перекись и лимонную кислоту. Возьмем баночку. Возьмем баночку и насыпем в нее лимонную кислоту. Дальше возьмем перекись водорода. И все хорошенько размешаем до полного растворения. Ну вот почти все растворилось. Дальше опустим туда предметы, которые нужно очистить. Как вы видите, пошла реакция. Реакция довольно-таки бурная. Как вы видите, раствор поменялся, стал зеленоватого цвета, реакция до сих пор бурная, хотя прошло всего лишь 10 минут. Так что оставляю это все на полчаса, а дальше будет видно. С тех пор, как я замочил, прошло 12 часов. Реакция, в принципе, уже больше не идет, так что я думаю, пора доставать. Первую достанем запчасть из железа. Перекись водорода прям творит чудеса. Смотрите, голый металл. Ни капельки ржавчины. Просто отлично. Ну что, теперь достанем. Достаем латунь. Да, вижу прям. Прям смотрите, чистая латунь, ни капли окисления нет никакого. Так что перекись и лимонная кислота довольно-таки неплохая вещь для снятия ржавчины и окисления. Ну вот и все, друзья, эксперимент закончен. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, друзья, пока.